Kim sevib, kim sevilmay, armonlar ichra ketar. Kim quvonch, kimlar alamda, manzili sari yetar. Bu hayot ummonida, kimlar juftin izlaydi. Vatan gado bo'lib kim, arosatda bozlaydi. Kimdir mehr ulashib, oromidan kechadi. Ozganing baxti uchun, biz sotdani sochadi. Hayot davom etar, davom etar hayot. Muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo. Hayot davom etar, orzu bo'lsin qanot. Lazzalarimizni mehrga to'ldirsin dunyo. Красивые места, да? Да. Айден, помнишь? Мы на первом свидании сюда приходили. Да, помню. А вы помните, залезли в воду купаться, признались мне в любви тогда? Все на нас смотрели, помните? Хочешь, и сейчас залезу? Да нет, прохладно же. И вода холодная. Холодно же. Мне все равно. Если не веришь в мою любовь, даже если вода и холодная, залезу. О, правда? Да. Тогда лезьте. Что? Прыгайте в воду. Ладно. Эй, все, я же пошутила. Вода холодная, простудитесь же, вы что? Если ты всегда будешь рядом, мне ничего не страшно. Хорошо. Тогда я всегда буду рядом. Я люблю тебя. Заходите. Проходите, дорогая. Посмотрите на эту мебель. У вас рот раскроется. Джахангиру купила самую лучшую. Ну как? Посмотрите на ковер. А занавески, как, подошли? Одинакового цвета сделала. Красиво, да? И вправду красиво. Даст Бог, такую свадьбу сыграю, все рот раскроют. Вот увидите. Ведь я так хотел увидеть счастье своего единственного сына, правильно? Пусть сбудутся ваши желания. Это... Посмотрите на эту посуду. Как? Вам нравится? Самую лучшую взяла. Подходит комнате, да? Да. Очень подходит, невестка. Вот придет невестка в мой дом, дом переполнится. Будет приветствовать поклоном невестки и прислуживать мне. Да, и я, наконец, достигну своей мечты. Заветной мечты. Ведь я столько лет этого ждала. Слава Аллаху. Пусть исполнится невестка. Но... Вы хорошо узнали о девушке? Да, конечно. Джахангир уже давно с ней встречается. Они очень хорошо понимают друг друга, знают. Не поняла, на что вы намекаете. Зарифа Хон, что-то случилось, говорите? Девушка, которую вы в невестки берете, не родной ребенок своих родителей. Невестка, она приемная, ее удочерили. Я думала, вы в курсе? Что? Что вы сказали? Мне конец. Что вы сказали? Господи, что вы говорите? А, мне конец. Конец. Я это... Господи. Что? Мы все купили, да? Да, купили. Послушай, мы точно все купили? Ничего не забыли? Да, все купили.
Вы и так много денег потратили. Спасибо вам. Если что надо, скажи. Чтобы завтра не говорила, что чего-то не хватает. Да нет, все хватает. Хорошо. Вот еще, возьми. А это зачем? Пригодится на расходы. Да нет, не надо, у меня есть, все хорошо. Ой, Дэн, не отказывай мне, бери. Твой отец говорил, что немного трудно, что еще к свадьбе не готовы, дай ему, хорошо? Ты, наверное, проголодалась, пойдем в ресторан поедим? Да нет, не так уж. Идем, идем. Да нет. Мама звонит. Алло. Алло. Здравствуйте, мама. Скорее приезжай домой. Что случилось? У меня же дела. Быстро приезжай, говорю тебе. Хорошо. Что случилось? Все в порядке? Мама говорит, чтобы я быстро приехал. Тогда я сама доберусь. Вы езжайте. Нет-нет, я сам тебя подброшу. Садись. Ну ладно. Невестка, не переживайте. Смотрю на ваше состояние, мне становится страшно. Зря я сказала. Здравствуйте. Здравствуй. Как вы, тетя? Мама, что с вами? Все в порядке? Плохо. Все ужасно. Ты знал, что эта девушка приемная? Знал? А? Или ты тоже не знал правды? Говори. Какая разница, мама? Ой. Что? Какая разница? Ой. Ты что, шутишь, да? Вы слышите, что он говорит? Джахангир, я не знаю, чью дочь они удочерили. Она их не родной ребенок, понимаешь? Я знал это, тетя. Ойден – дочь их дальнего родственника. Ее мать при родах умерла. Потом они временно ухаживали за младенцем. И так девочка осталась у них. Вот, видите? Она брошенная девчонка. Мама, ну что вы говорите? Какая брошенная девочка? Брошенная! Короче, я сейчас же звоню к сватам и отменяю всю свадьбу. Понятно? Нет. Какую-то сиротку в этот дом мне не нужно. Не пущу. Мама. Понял? Мама, не делайте так. Делай, что хочешь. Мама, подождите. Красиво. Мама закрылась в комнате. Она очень разозлилась. Я никогда не видела невестку в таком состоянии. Тетя, это вы принесли этот разговор? Это не я придумала, это и есть правда. К несчастью, эту правду ты до сих пор скрывал. Ни слова не сказал, да? До каких пор ты хотел скрывать эту правду? Вы не понимаете положение. Ой, Дэн стала их родной дочерью. Они даже фамилию свою дали. Здесь нет никакой тайны, чтобы скрывать. Но она чужая. Она не потомок. Фамилия Расуловых. Понимаешь? Невестка поэтому не может принять это. Все равно ничего не понимаю. Женюсь я. Жить буду я. Почему не может принять? На ее месте я бы точно так же поступила бы. Ладно, не морочь мне голову, мне надо идти. Твой зять должен вернуться с работы. Он сразу будет искать меня. Тетя, вы пришли, зажгли огонь, превратили в костер, и теперь хотите спокойно уйти? Эй, племянник, скажи мне спасибо. Если я не сказала бы эту правду, ты бы сейчас попался. Небо сорвалось бы и на землю упало. Эй. Никак не пойму вас, женщин. Конечно. Не поймешь, ты же молодой парень. Ладно, еще мне спасибо скажешь.
Я позвонила Алиме. Ага. Свадьбы не будет. Они вернут все, что мы им отдали. Мама, вы шутите? Чего мне шутить? Тоже мне. Джахангир, ты не переживай. Я тебе за одну неделю найду нецелованную девчонку. Понятно? Мама, мне не нужен никто, кроме Айден. Я люблю ее. Тебе не стыдно это матери говорить? Да чтоб тебя. Забудь эту девушку. Вы сейчас так делаете, потому что Айден удочерили? Конечно. Почему, мама? Она ведь тоже человек. Ее вина в том, что ее мать умерла при родах, и она осталась в чужих руках? Или в том, что Айден не родная им дочь? Джахангир, кто ее родители, какие у нее корни, мы этого не знаем. Говорят, что какое семя, такой и плод. Я не приму ее. Такая невестка-сиротка мне вообще не нужна. Ни за что не приму ее в свою семью. Мама, у нее есть родители, она не сирота. Свадьбы не будет. Все, разговор окончен. А ты объясни этой девушке. Послушай, сынок. Ты поговори с той и покончи с этим. Мама, вы хорошо подумали? Подумала. Только знайте одну правду. Я не женюсь на другой. Что? Ты хоть знаешь, чей ты сын? Какие только семьи за тебя отдадут дочь, а? Не зря ты за нее зацепил, что говоришь, любишь ее, умрешь за нее, что-то в этом есть, да, сыночек мой? Вот тебе. Судьба сама показала. Значит, мое будущее счастье измеряется богатством? Ты не понимаешь, что ли? Девушке, взрослеющей в знатной семье, дается аристократическое воспитание, понятно тебе? Ее ведение хозяйства, проницательность, вкус совсем другой. Я хочу себе в невесты девушку из самодостаточной семьи. Мне не нужна какая-то девчонка без корней, понятно? А как же мое желание? Желание мужчины – точно бабочка в саду. С одного цветка на другой перелетает. Тоже мне каждому моему слову находишь ответ. Я сама тебе хорошую девчонку найду. После помолвки сразу полюбишь. Наши предки точно так же делали. Ничего страшного, полюбишь потом. За рулем будь осторожнее, понятно? Хорошо. О, Господи. Здравствуйте. Что происходит, Джахангир Аке? Я и сам не понимаю. Со вчерашнего дня в нашем доме нет покоя. Ваша мать позвонила и сказала, что свадьбы не будет. В чем причина? И по телефону не сказали. В чем проблема? Айден, из-за того, что все так быстро произошло, я растерялся. Что случилось? Говорите пояснее, пожалуйста. Ну, в общем, моя мама узнала, что тебя удочерили, поэтому она разозлилась. Понимаешь? Значит, из-за того, что я приемная, она не захотела меня сделать невесткой? Нет, ты не переживай. Я еще уговорю их. Я не позволю им разрушить мое счастье, мою любовь. Мы вместе будем бороться. Я говорила же вам,
не скрывать ничего, рассказать всю правду им. Говорила. Откуда мне знать? Думаю, что маме все равно. Это вам может быть все равно, но не им никогда. Видите, и свадьбу остановили, к сожалению. Нам остается только совсем смириться и все. Ой, Дан, дорогая, не будем так легко сдаваться. Я хорошенько объясню маме. Все равно не женюсь на девушке, которую мне найдут. Она еще и девушку вам ищет? Не знаю. Короче, мне никто не нужен, кроме тебя. Слушаю. Алло, Муатархон, Сватье, вы дома? Мы хотели поговорить. Послушайте, не называйте меня больше Сватьей, хорошо? Ой, не говорите так. Я сказала вам, что свадьбу остановим. Можете даже не возвращать вещи, которые я вам дала. Но сына на этой девушке не женю. Джахангир все знал, он вам раньше не сказал. Сказал бы раньше, помолвки бы не было, да? Ладно, лучше поздно узнать. Все равно остановили. Все, хватит, а? Слушайте, больше мне не звоните, хорошо, пожалуйста? Ойден, для нас она как родная дочь. Никто не знает, что ее удочерили. На горячую голову не принимайте решения. Подумайте о наших детях. Какая вы интересная, а? Заманили моего сына, а теперь... Она очень-очень любит его, видите ли, да? Хотите избавиться от своей сиротки? Какая же вы хитрая, а? Муатархон, давайте с глазу на глаз поговорим. У меня нет времени разговаривать с такими лгунами, как вы. Послушайте, Алима, золото и под водой не ржавеет. А остальное даже на ветру заржавеет. Даже если вы удочерите и будете 30 лет ее воспитывать, ее корни, наследственность вашими не станет. Запомните. Не беспокойте меня больше, понятно? Да пошли вы к черту. Вы еще посмотрите. Я женю сына на самой богатой девушке города. Такую роскошную свадьбу сыграю, чтобы вся Махалля слышала. Подожди. Стой, Ойден. Давай сбежим вместе. Что? Вы с ума сошли? Мои родители меня растили, воспитывали, в люди вывели, любили, ласкали меня. И я переступлю через них? Никогда. Ты не любишь меня? Обещания были впустую? Ты говорила, что только со мной ты видишь свое будущее. Джахангираке, говорят, мать согласна, Бог согласен. Если ваша мать не согласна, как же мы будем жить? Мы распишемся. Тогда мама примет. Больше выбора не останется. Я их единственный сын. Если обвенчаюсь с тобой, от безвыходности примет. Нет, я против этого. Но почему вы не понимаете правды? Свадьба пройдет за один день. А что потом? Если ваша мать меня не примет, не будет на свадьбе, не благословит нас, мы никогда не будем счастливы. Мама упрямая, знаю. Одно место схватит, все, не отпустит. Что бы ни случилось, нам надо ее уговорить. Я в этом не уверена, Джахангираке. Вот. Вот это Сабрина Хон, отец декан в Ташми. Очень современная семья, подходит нам. А это Марджона. Отец за рубежом, имеет фирмы. Правда? Угу. Богатая семья. Такие красивые девушки, да? Ну-ка. Смотрите,
Столько красавиц, а я послушала своего сына как дурочка и чуть ли не сделала большую ошибку. Вы мне потом спасибо скажете, невестка. Ой, спасибо вам большое, Зарифа Хон. Ну, а третья кто? Вот это вот Татьяна. Ой, русская? Да нет, невестка. Тахминахон. Покойная бабушка ей такое имя дала. Девушке имя не нравилось, поэтому поменяла на Татьяну. Нынешняя молодежь делает все, что захочет, Зарифа Хон. Она еще молодая. Не говорите, невестка. Короче, вот кандидаты, вот и вот еще. Выбирайте. Вот это симпатичная, да? Какую хотите, выбирайте и идите свататься. Слушайте, а вы уверены, что эти девушки такие... Невестка! Вы вообще не переживайте. Эти на 100% свои родные дочки. Если не верите, их на ДНК принесу. Я все свои дела усердно выполняю, невестка. Нет слов, Зарифа Хон. Вот эта девушка мне больше понравилась. А у вас вкус ничего, невестка. Да. Все, к ним и пойдем. Хорошо, пойдем. Я сама во главе пойду. Хорошо. Что? Сидишь здесь один. Когда вернулся? А? Почему домой не заходишь? Все в порядке? Мама, я сегодня встречался с Войдан. Честно, если женюсь, только на ней. Опять тот же разговор, да? Я тебе сказала, чтобы ты ее остановил. Все. Заходи домой, дома поговорим. Нет, мама, лучше поехали, Койден. Серьезно поговорим. Поехали. Я к ним не поеду. Слышишь меня? Понятно? Даже ради счастья сына не поедете. Твое счастье не эта девушка. Почему ты не понимаешь? Она сиротка. Она нам не подходит. Я больше не буду повторять эти слова. Понятно тебе? Ойден воспитанная, умная девушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Она вам будет достойной невесткой, будет прислуживать вам. Не нужна вам. Мне ее служба. Даже имени ее не называй. Твоя тетя Зарифа много девушек нашла. Мы о них и расспросим. Зайдем домой. Пойдем. Женишься на них, на понравившейся. Слушай, ты женишься на девушке, которую я выберу. Понятно тебе? Ты чего не спишь, сынок? М? Не спится? Ну? Вот. Когда умер твой отец, тебе не было и 5 лет, сынок. Меня многие просили, обо мне расспрашивали. Но чтобы мой ребенок не остался в чужих руках, я не вышла замуж. О тебе думала. Всю жизнь посвятила тебе. Жила ради своего Джахангира. Теперь, вместо того, чтобы отблагодарить меня, ты делаешь наоборот. А мои чувства, мама? Эх, сынок, сколько я повидала тех, кто женился по любви, сынок. Джахангир, я спокойна за тебя. Дитя мое, но не приводи в дом чужую девушку, пожалуйста. М?
племянник, как ты? Плохо. Послушайте, тетя, вы чего это зачастили к нам, а? Что это значит? Вы сломали мой красиво строящийся дом, переубедили маму. Если бы вас не было, у меня уже свадьба была бы. Эй, парень, ты в своем уме? После всего ты можешь жениться на ней, что ли? После чего? Во всем виноваты вы, тетя. Смотрю на вас, как будто вижу плохого человека. Племянник, ты не переходи границу. Я твоя тетя. Я не посторонняя. И за одной безродной ты хочешь против нас пойти, что ли? Ой, Дэн, моя любовь, мое счастье. Я женюсь только на ней. Знайте это. Что? Твоя мать ни за что не согласится. Он даже не дослушал меня. Несносный мальчишка. Невестка! Невестка! Ой, Зарифахон. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Как вы добрались? Этот самовольный парень говорит, что не женится на девушке, которую вы найдете. Он злой на меня? Да, оставьте, куда он денется? Он возмущался, что она его любовь, счастье, что женится только на ней, а на другой не женится, говорит. Он упрямый, как его отец. Вы наговариваете на моего покойного брата? Да нет, не наговариваю, просто к слову пришло. Послушайте, Зарифа, как мы его навстречу отправим-то? Этот ваш до сих пор встречается с Ойден, сердцем чувствую. И сейчас он к ней поехал. Что? Вы, как мать, одного ребенка не можете поставить на правильный путь. Господи. Мои три сына, не успею сказать, сразу бегут и выполняют, невестка. А вы не справляетесь с одним ребенком. Джахангир женится на девушке, которую я покажу. Зарифа, вы сейчас съездите в одно место. Куда? К ним домой. Ой, послушай, подожди-ка. Здравствуйте. Ты почему моего племянника не оставляешь в покое? Невестка остановила свадьбу. Теперь ты его оставь. Или всю жизнь хочешь висеть на нем, а? Что вы говорите, сестра? От тебя, сирота, можно ждать. Кто знает, какое у тебя происхождение? Кто твои родители? Сестра, думайте, что вы говорите. Ты со мной в таком тоне не разговаривай. Хорошо, что ты нам невестка не стала. Прямо в лицо бы бросалась бы. Мой племянник не женится на такой метле, как ты. Я сама ему нашла лучше, чем ты. Вот и на ней женим. Джахангираке не женится на другой. Ты думай, когда говоришь. Он теперь тебе не Джахангираке? Вы чужие друг другу. Усекла? Не вставай больше на пути моего племянника. Все, что мы вам дали на свадьбу, это подарок вам. Лишь бы ты только оставила в покое нашу семью. Не выходи навстречу, как насекомое, поняла? Ой, Дэн, почему у тебя телефон выключен? Я тебя уже 2 часа жду. Джахангираке, пожалуйста, не ждите меня больше. Почему?
Нам надо сегодня увидеться. У меня к тебе разговор. Пожалуйста, не мучайте больше меня. Ни себя, ни меня. У нас разные дороги. Женитесь на ком хотите. Айден, алло! Джахангир, сынок, ты почему сегодня на работу не пошел? Ты хорошо себя чувствуешь? Хорошо. Если хорошо, тогда вставай. Сегодня же встретишься с девушкой, которую я нашла. Вставай, умойся, иди давай. Вставай. Я никуда не пойду. Завтра поеду в командировку, в Казахстан. Что? Это что такое еще? Наша фирма хочет подписать договор с нашими казахскими партнерами. Тебе не обязательно ехать, сынок. Здесь у тебя столько дел еще. Мне нечего делать, мама. Свадьба отменилась. Все равно теперь не женюсь. Замолчи. Ты женишься на девушке, которую нашла твоя тетя, понятно? Не женюсь. Вы меня не сможете заставить. И скажите тете, пусть вырастет своих сыновей и женит на ком хочет. Вы мне приготовите мои вещи? Сынок, ты что, меня одну оставить хочешь, а? Поживите без меня. Что? Ты никуда не поедешь, понятно? Не поедешь! Упрямый. Ой, господи. Господи. Опа! Опа, где вы? Опа! Где вы? Гульбахор? Что с тобой? Что это за вид такой, а? Что это? Опа! Говори! Я устала. Что случилось? От всего. Что? Объясни мне, понятно. Что такое? Посмотри на себя. Посмотри на меня. Опа! Говори, говори. Я никому не нужна. Ты почему же так говоришь, я а? Я устала. Я устала. Ой, ой, Гульбахор. Ой, господи. Сынок, сынок. Гульбахор. Сынок, где ты, Джахангир? Джахангир! Ты в порядке? Что случилось? Опа, мне больно. Ну, скажи мне, кому ты скажешь, если не мне? Говори. Говори, сестренка, ну. Тетя, тетя, вы поругались с домашними? Уже 11 лет, как я вышла замуж. До сих пор нет покоя. Бог не дал мне ребенка. Сколько лет ждем? Свекры и свекровь настаивают развестись. Ильхомаке отказывается. Сестренка, может быть, твое счастье уже с другим, а? Не знаю, опа. Мы из детдома хотели взять. Свекр не разрешает. Опа, вы со мной пойдемте, объясните им. Все дети – дар Божий. Мне не суждено иметь детей. Может быть, если я возьму одного ребенка, полюблю его, Бог даст нам тоже, опа. Но, Гульбахор, чужой ребенок не станет тебе родным. Опа, если даже животному дать любовь, он все равно привыкнет. Мы возьмем грудника из детдома. Будем гладить его по головке и считать своим. Пожалуйста, объясните свекру и свекрови. Пусть не разрушится моя красивая семья. Тетя, а потом этого ребенка примут ли? Что ты говоришь? Он мой ребенок. Я выращу его не хуже других. Того, кто гладит сироту по голове, поддерживает сам Аллах. Опа, помогите уговорить ваших сватов. Не то я не вынесу этих мучений, прошу. Тетя, попейте воды, не переживайте.
Вы пойдете с тетей? Что вы скажете? Ведь вы же сами отказываетесь брать в невестки девушку из приемной семьи. Я в тупике. Так тяжелы эти жизненные испытания. Даже не знаю, что я думала. Где же я ошиблась? Не знаю. Не знаю. Если подумать, жизнь моего родного человека висит на волоске. Увидев Гульбахор, у меня сердце разрывается. Мама. Мама, еще не поздно. Согласитесь сделать Ойден невесткой. Ты веришь, что будешь с ней счастливым? Да, вы только благословите. В жизни важна любовь. Судьба Ойден такая, но она выросла в большой любви. Вот посмотрите, она будет невесткой, которая будет получать ваше благословение. Мне хватит и того, чтобы она жила с тобой спокойно и счастливо. Мне больше ничего не нужно, сынок. Моя мамочка, люблю вас. Спасибо, мамочка. Слава Богу. Не могу поверить. Все закончилось, да? Ты готова к свадьбе? Нет. Почему? Что опять произошло? Папа разозлился теперь. Никогда, наверное, не согласится. Твоя жизнь не игрушка же, говорит. Я сам сейчас с твоим отцом поговорю. Сейчас же к тебе домой поедем. Пошли. Подождите, куда вы? Я же пошутила. Разве так шутят? На что такого? Теперь будешь смывать свою вину. Как? После свадьбы скажу. Нет, сейчас скажите. Пойдем в ресторан? Нет, скажите сейчас, потом пойдем. Нет, сначала в ресторан пойдем. Нет, потом сейчас скажу. Же скажете. Пошли, нет? Идем. Ну что вы? Идем. Ну давай, давай, скорее. Скоро у нас свадьба. Невестка? Невестка? Зову, даже не посмотрите, да? Куда это вы идете, такая принарядившись? К сватам иду. Каким сватам? Зарифа, послушав вас, я очень сильно ошибалась. Теперь иду исправлять эту ошибку. А вы больше не приходите в наш дом с плохими намерениями, понятно? Послушайте, я сказала, это тетя моего сына. У нее хорошие намерения, но ваши желания были очень плохими. Выходите. Уходите из дома, я сказала. Пошли вон. Подождите. Уходите, я сказала. Все, идите. Ладно. Еще посмотрим, какая у вас невестка будет. Ладно, ладно, это сиротка. Вы живите с вашими такими желаниями. Только уходите из моего дома. Уходите, так я ухожу. Сказала.